На этот раз мебельная выставка, 35-я по счету, юбилейная. Среди ее участников как постоянные производители мебели, так и те, кто впервые привез в Сочи свою продукцию. Аплодисменты. Выставка «Мебель интерьер» объявляется открытой. Любая выставка – это праздник для производителей. Мне посчастливилось быть практически на всех этих 35 выставках. У меня есть возможность проследить динамику развития этой выставки. Она растет. И что прекрасно, что в этом году очень много новых экспонентов. Надеюсь, что работа в нашем городе на данной выставке будет для вас успешной, полезной для вашего бизнеса, а также будет способствовать развитию потребительского рынка нашего города. Представители ведущих мебельных фабрик из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тольятти, Тюмени, Иван, Минска и других городов не только привезли образцы мебели, но и различные предметы интерьера. В широком ассортименте самые современные модели часов из Белоруссии, мебельная фурнитура, ткани, комплектующие, садово-парковая мебель, кухни, диваны, мебель для отелей, ресторанов и даже французская посуда. За время работы выставки будет определен победитель. Он получит награду под названием «Сегодня лучше всех». И как говорили раньше, мебель – это малая архитектура. Вот. Поэтому польза, прочность, красота. Вот это вот с таким вот витрувийским лаконизмом можно сформулировать наши критерии оценки данной и прочих выставок. Для специалистов организована деловая программа. Это семинары по продажам мебели и эффективному участию в выставках. Выставка мебели работает с 10 до 18 часов в выставочном центре по улице Несебрская, 1Б, до 27 апреля включительно. Вход для посетителей свободный. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.